оценка рынка, грубая хотя бы, да, кто может быть потенциальными потребителями данной технологии. Четвертое, значит, план работ. Что именно планируется сделать и какие работы планируется сделать за деньги в случае, если вы получаете, значит, грант фонда. Вот. Хотелось бы услышать, что за команда будет выполнять данный проект. Кто участник, какие его компетенции, кто ему будет помогать и хватит ли компетенции участников для того, чтобы реализовать данный проект. Вот. Ну вот по всем этим пунктам хотелось бы, чтобы была краткая, сжатая информация. Мы оцениваем, как я уже сказал, эксперты оценивают по 7 параметрам каждое выступление. В итоге мы тогда, соответственно, подводим итоги по окончании и консенсусом выбираем какое-то количество победителей, которые уже дальше попадают, так сказать, в руки сотрудников фонда, готовят уже особые, так сказать, там какие-то сведения о себе и, так сказать, в ноябре будут участвовать в финале. Вот кратко о программе. Но я хотел бы больше не задерживаться, да, пожелать участникам победы, тем более, что в Ступино всегда как бы высокий уровень, так сказать, науки демонстрировал. Вот, да и я сам как бы не чувствую. Я в 89-91 году преподавал здесь в филиале МАТИ. Да, но я работал в Москве, а сюда мы выезжали как бы на башню такую. То есть нагрузка такая была для каждого преподавателя. Раз в неделю я сюда приезжал, да, читал лекции, принимал экзамены. Вот, могу засвидеть, что уровень наверняка был и остается высоким, поэтому я надеюсь, что мы сегодня услышим хороший проект. Спасибо.